Самое страшное, что этот вирус не согласовывает с нашим желанием, хотим мы его получить или нет. Он прилетает к известным людям и не к неизвестным. Одинаково любит всех этот вирус. С ответственностью я вам, дорогие, заявляю, что это не шутки. И когда население начинает вакцинировать, я считаю, это наше спасение. Ведь мы одна из лидирующих стран, которые изобрели эту вакцину. И рекомендую вам отнестись к этому очень серьезно. С 4 по 7 мая с 9 до 16 часов. А также 8 мая с 9 до 12 часов на привокзальной площади города Невельска. Работает передвижной пункт для вакцинации. Запись на вакцинацию не требуется. Берегите себя и своих близких.